Друзья, всем большой привет! Я снова с традиционным отчетом по стокам. Сейчас будет отчет за месяц июль, что я продавала и рисовала в июле. Итак, поехали! Георгины для Стамбула, Турция купила. Перед вами также гортензия, ее купили в Америке, в Майами. Паттерн с лемурами на белом фоне купили в Польше, в Кракове. Георгины мои полюбили в Турции, и снова Стамбул покупает паттерн уже с георгинами. Паттерн с тропическими листьями монстеры покупает Африка. Ну а букет лилий покупают в Америке, в Уэст Палм Бич. Ну и самые мои популярные пионы купили дважды в Бразилии и в Омане. Большой узор для Индии Марви, его рисовала на формате А3. Цветы рудбеки и паттерн рисовала для Китая, город Шаосин. Один из ранних моих узоров купили в Америке, в Сан-Франциско. Редко бывают продажи в России, и вот эта продажа была в Москве. Лишайники рисовала для марафона, и пригодился он и на стоках. Графичный букет для Америки, город Сидар Парк, Техасе. Решила в этот раз познакомить с географией своих продаж. И мои популярные лемуры в этот раз купили такого лемура в Азии. Всегда интересно, где же будут его применять и использовать. Мои популярные графичные лилии были куплены в Китае. Ну а теперь, друзья, посмотрим, что покупали на Istock. Как вы можете заметить, тема цветов по-прежнему актуальна. И вот перед вами мои орхидеи со стрекозами, которые уже не первый раз покупают и на Istock, и на Shutterstock. Листья дуба – очень актуальная тема для Istock. Также впереди осень, и можно делать с ними паттерны. Ну а сейчас покажу самый первый свой рисунок, который я загрузила на стоки. Это пионы, и здесь они хорошо продаются. Хотя говорят, что ниша с цветами переполнена и очень сложно конкурировать, но все-таки, судя по моим результатам, можно. Ну а теперь, что я загружала в стоки, посмотрим несколько работ. Я рисовала в графике коалу, делала акварели с коалой и вот такие милые паттерны, которые сейчас уже есть на Shutterstock. Рисовала попугаев акварелью Ара, и голубые, и красные попугаи, и комбинировала различные паттерны. А так как они очень здорово сочетаются, можно также будет добавить позднее тропических листьев. Вот такие тропики получаются. Можно делать ткани на какие-нибудь летние сарафаны, яркие принты, обои, обложку блокнотов, вообще куда позволяет фантазия заказчика. Цветы и животные – это две основные темы на моих стоках. И вот такой цветок с патадеи, который цветет в Африке. Вот, друзья, завершился мой отчет. Я познакомила вас с географией моих продаж и какие новые работы я загружала. Вам желаю творчества и вдохновения. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, дорогие друзья!